болельщик. Всем здравствуйте. Во-первых. Давай. Да. Кто начнет? Пожалуйста. Следующий вопрос. Пожалуйста. И сегодняшний день, и матч, и просмотр последних самых волнительных эмоциональных минут сбровки поля. Это достаточно запоминающийся момент. Довольно волнительно все равно. Не каждый день находишься рядом с таким человеком, еще и на ответственной должности. Жизнь продолжается. Спасибо. Спасибо. Хорошо, что сегодня победили, поэтому пресс-конференция пошла в позитивном ключе. Юрий Павлович. В хорошем настроении. 3 очка, самое важное.